Здравствуйте, добрый день. Сегодня в Москве довольно-таки прохладно. Папа поэтому не взял с собой смартфон. Хотя эпизоды были интересные. Сегодня Татоша встречал в основном только девочек, только своих подружек. Это вот он сейчас после прогулки лежит, отдыхает, уши обострил. А он не один. Тут еще его друг Масик. Только он лежит на диване рядом с папой. И тоже подглядывает, как папа их снимает. Вот так это. Мой зоопарк вместе со мной проводит субботний день. Всем хорошего настроения. И прекрасного воскресного дня. Это на перспективу. Возможно, завтра что-нибудь и отснимем. Не нужно бояться мороза. Нужно снимать в любую погоду и в любое время года. Всем пока. Всем-всем. И моим питомцам тоже. Папа ему дома ходит. И дома тоже.